Всем здравствуйте! Это прогноз погоды на понедельник, 13 февраля. На территории Кировской области ожидается переменная облачность, местами снег. В Кирсе днем обещают минус 7 градусов, в Вятских Полянах минус 8, в Нолинске и Слободском минус 9, в Уржуме минус 10, в Котельниче, Яранске и Лузе минус 11 градусов. В Кирове в понедельник обещают пасмурную погоду и небольшой снег. Минус 6, минус 5 градусов днем, минус 5 ночью. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Ветер южный до 3,5 метров в секунду. Световой день продлится 9 часов 8 минут. Луна в последней четверти. Это был прогноз погоды на понедельник, 13 февраля.